Показал сплоченная работа между правоохранительными органами, поселковым советом, она привела к положительным сдвигам, положительным результатам. И сегодня в присутствии генерала я обращаюсь к нашим силовикам и говорю, у нас задача провести сезон качественно. И чтобы не было вот этих разговоров, которые подняла Ольга Александровна о том, что действительно сегодня начинают, ну не сегодня, это прошлый год, да, ходят как-то пытаются там задавать вопросы неудобные для того, чтобы... Ну хорошо, Оль, я к чему веду. Сегодня прошла последняя сессия поселкового совета. Мы сегодня навели порядок на центральной площади. Привели ее в порядок, причепурили. Скоро у нас день целища. И на последней сессии депутатами было принято одноголосное решение заборонить торговлю на центральной площади. И естественно, надежда самая большая, это у нас на кого? На наши правоохранительные органы, чтобы они не дали сегодня все-таки развернуть эту торговлю. Эти татушки, косички, лохотроны всевозможные, которые у нас изобилие идет, оно идет из года в год. Сегодня мы более-менее причепурили, сделали это все как бы на должном уровне, но все равно, я понимаю прекрасно, вот я говорил, говорю и буду говорить, сегодня журналисты пишут, пусть пишут, в Кирилловке перенасыщена торговля, перенасыщена, люди приезжают сюда, не зарабатывают, они теряют последнее, что у них есть. И я наоборот призываю, чтобы торгующих было намного меньше, а не столько, сколько каждый год они едут, становятся где попало. Понятно, что создаются и, как правильно сказать, ну, подвигают, наверное, своими действиями работников. Я не буду скрывать, наверное, у нас такие не святые есть и в полиции, и везде. То есть спонукают к незаконным деяниям. Да? Выросла торговая точка откуда? Там не разрешил тот, не разрешил тот. Если не разрешите вы, я обращаюсь, я знаю, куда обратиться, разрешать те-то. То есть мы должны сработать. В одной упряжке мы работаем вместе, и мы говорим о том, что мы сегодня, допустим, центральную площадь, Кирилловку, мы сегодня освобождаем косу Федота вот этих мафов. Происходит смешная ситуация. Сегодня в Мелитополе убирают мафы киоски, да, которые они уже изжили свой внешний вид. И как вы думаете, куда они попадают? Они попадают в Кирилловку. Они внезапно появляются на центральном пляже, они внезапно появляются еще где-то. И вот воевать с ними практически невозможно. Мы тратим кучу денег для того, чтобы их вывозить. Техника, краны нанимаем, все повывозили. И потом начинается, да вот отдайте, да мы то-то. Пока не заплатят коммунальному предприятию за понесенный ущерб, никто никому возвращать не будет. Ну, к сожалению, такое. Поэтому торговля незаконная, опять-таки, мы просим.